Священный месяц для мусульман Карачаево-Черкесии по поручению главы республики проводятся коллективные разговения. На этот раз мероприятие прошло в мечети поселка Кавказского. Прихожанам напомнили еще раз об особенностях соблюдения поста. Алихан Лепшоков подробнее. В Прикубанском районе ифтар проводится уже в третий раз. В республике стало уже доброй традицией проводить коллективные разговения в мечети. Принял участие в мероприятии председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев. Он отметил, что каждый, кто проведет разговение для постящегося, получит такую же награду, как и тот, кто держал пост. С каждым годом ифтары у нас все больше и больше становится. Вот эти ифтары проводит сам глава республики. Дай Аллах ему силы и здоровья. Все это проводить и дальше. Для чего это все делается? Это делается для того, чтобы получить саваб, благодеяние от Всевышнего. В этот месяц то, что делается саваб, это в десятикратном размере увеличивается. Дай Аллах сил и здоровья всем, кто это делает, кто помогает. Ведь когда человек тратит на благое, то у него это состояние, оно увеличивается. До разговения перед вечерней молитвой представители мусульманского духовенства республики рассказали об особенностях поста в месяц Рамазан, о совершении дополнительных ночных молитв и о достоинстве особенной ночи для всех верующих – ночи предопределения. То есть эта ночь как лучше, чем тысяча месяцев. Тысяча месяцев – это 83 года и 4 месяца. Сегодня кто сегодня столько лет проживет, считается как бы долгожителем. А вот нам только за одну ночь дает такую возможность, чтобы мы заработали. То, что люди могут заработать за 83 года и 4 месяца. Прихожане мечети задавали свои вопросы выступавшим. И вот призыв к вечерней молитве, и перед ее совершением верующие открыли свой пост водой и свежими финиками. Совершив вечерний намаз, все собрались за столом. Глава администрации Прикубанского района Мухаммад Амин Чумаев отметил, что коллективный ифтар сближает людей, и это то место, где каждый может в свободной обстановке вести дружеский диалог, даря милость и любовь друг к другу. Тяжелый год же, год ковида. Люди вот по такому общению, они уже истосковались, уже и покушали, уже и время прошло, но никто не расходится. Вот так долго еще. Вот в дружбе, когда мы сидели, час-полтора сидели, люди еще не расходились. Это вот то, что сближает, то, что тепло в душе, то, что вот воздух праздничный. Вот это, наверное, самое большое значение имеет. В Прикубанском районе будет организовано еще 3 таких мероприятия, более чем для 500 человек. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.